эти выходные. Мы в прозе не всегда можем представить то, о чем Некрасов говорит в стихах. «Ноги опухли, колтун в волосах», говорит он о железной дороге. Да? Это, в общем, не самое приятное для поэзии и для прозы не самое допустимое. «Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?» Вот это жуткая, абсолютно готическая картина бледных мертвецов, которые встают за окном ночного вагона. Да кто в Голливуде бы такое придумал? Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература. В субботу в 2 часа дня. В воскресенье в 5 вечера на RTVI.